Назиамис Баховна Хайдарова – человек в Альметьевске известный. Последние несколько лет она трудилась на ответственном посту заместителя главы района. А до этого возглавляла управление образования, работала методистом и учителем. А еще она член Альметьевского отделения Всемирного конгресса татар. И в августе будет представлять наш город на 6-м международном форуме в Казани. Я очень достойна, очень красиво отношусь к любому периоду своей жизни. И я радуюсь тому, что я смогла достигнуть вот этих высот. Учителем истории обществознания Назиамис Баховна проработала больше 10 лет. Сразу после окончания вуза по распределению попала в Лесно-Калекинскую школу. Так началась ее педагогическая деятельность. В 1998 году она стала заместителем директора по воспитательной работе. После 4 года проработала методистом управления образования. Там же стала заместителем начальника, а после возглавила управление образования, которым руководила 5 лет. Никогда я не задумывался о том, насколько сложно или легко, мне все это нравилось. Основное, то, что держало, это вот окружали, значит, с огромным потенциалом учителя, директора школ. Это кладезь для нашего муниципального района. Было очень интересно поучительно с ними общаться, у них учиться. И мы это очень ценили. Свою карьеру в исполкоме города Назиамис Баховна начала советником главы района в 2012 году. Через год она стала заместителем главы района. На этой непростой должности Назиамис Баховна проработала 4 года. Достигнув даже пенсионного возраста, мне было выражено доверие продолжать работу. Я после этого, после достижения пенсионного возраста, еще 2 года проработала. Достойно, красиво, я очень довольна своей трудовой деятельностью. Назиамис Баховна вместе с другими делегатами будет представлять Альметьевск на Всемирном конгрессе татар, который пройдет в столице республики 2 августа. Она является членом Альметьевского отделения этой организации с 2013 года. В первую очередь местное отделение работает над сохранением, изучением и развитием национальных языков в соответствии с республиканским законом и муниципальной программой, принятой до 2020 года. Об этом же пойдет речь на Всемирном конгрессе. Программа уже готова. Организаторы подготовили различные поездки в районы, экскурсии, а также обсуждение наиболее актуальных вопросов. Мне думается, вот делегаты съезда как раз могут поближе всеми этими направлениями, значит, ознакомиться, узнать, поделиться опытом. Это ведь очень важно. Вот это общение представителей татар всего мира, это очень, такое значимое, очень важное общественно-политическое событие. На конгрессе затронут вопросы, касающиеся семьи, национального воспитания, будущего татарского языка. Также поговорят о татарском предпринимательстве. Также делегаты посетят различные встречи и приемы. Среди них общаться, подпитаться тем, какая духовная пища будет преподнесена, это дорогого стоит. Поэтому я жду этих дней. Полина Сураева, Эдуард Калинкин, Альметьевск ТВ.